Один замечательный сорт из моей коллекции ПТ Лариса. Этот сорт всегда будет вас радовать вот такой вот шапочкой цветов. У этого сорта прекрасно все. Вот от листочка. Смотрите, какие листики резные, зеленые, блестящие. До цветочка. Фиалка цветет вот такой шапочкой где-то уже 2 месяца. Цветочки поднимаются и открываются одновременно. Вот 2 месяца цветения. И уже вот начинают увидать цветы. На этом этапе достаточно просто их снять. Можно частичную сделать пересадку. Смотрите, здесь у меня хорошая корневая система. Я просто срежу часть земляного кома, сниму нижний ряд листиков и методом заглубления сделаю пересадочку. После такой пересадки фиалка очень быстро адаптируется, и уже спустя 2, максимум 2,5 месяца она будет снова готова цвести такой же шапочкой. Фиалка растет у меня на фитильном поливе в горшочке 9. Розеточка, конечно, большая. Здесь где-то, я не знаю, наверное, сантиметров 30 розетка получается. Место этому сорту, конечно, нужно побольше. Это довольно немалый стандарт, а крупный стандарт. Но я думаю, что оно того стоит. Вот такая красота. В наличии есть укорененные листики уже с детками. Так что, если кому-то нужно, пишите. Точно так же пишите мне ВКонтакте в личное сообщение.